матери посвящается. О, великая ты мать, в образе женщины пришла во время перехода. Ты столько выдержала в земном пути, что сердце, как сталь, билось часто от тоски, от брошенных камней людского зла. Хотели и убить, и уничтожить, но ты, великая моя, включила всю свою любовь и не дала возненавидеть. Внутри израненное сердце стояло крепостью всегда. И даже когда муж, супруг и единомышленник, в лицемерии заблудясь, все бил тебя из-под тишка. Отдал на растерзание тебя огромным сущностям и зла. Шипеть, оскорблять и ненавидеть кольцом кружили, как воронье, сплетнями и наговорами окутали. И жалили своими острыми языками, разбивая сердца из тепла. А тот муж еще и продолжал украдкой жалить побольней. Еще больше ту армию собрал из несовершенных тех людей, что святое дело чуть не утонуло от злобы такой людской. Прикрылись чистыми словами, а на деле иллюзия одна, состоящая из их несовершенств и зла. Выходила в зал, и сердце чистое открывало, а мысли темные летели прямо в грудь и лицемерили, и изгалялись. Слова красивые шептали, а делали все вплоть да наоборот. А ты стояла и стояла, чтобы эти сущности сквозь тебя прошли, остановив дыхание. Они как воронье летели, стаями кружа. И что же сделать там внутри, чтобы они во мне не застревали? О, великая любовь, разместись в моем ты сердце, пусть уйдет обида навсегда. Чтоб никогда не ранило тебя от нижайших чувств, эмоций, несовершенства этих тел, считавших себя непорочными, чистыми внутри. А великая мать стояла и наблюдала, как к этому всему все же отнестись. И все преобразовывало в святейшую любовь. И все переключалось с минуса на плюс. И чистое сердце создавало, что верило в себя самозабвенных и красивых. Именно оттуда есть и мощь, и сила. Божественной наградой легла та вера прямо в сердце навсегда. Я благодарна себе и миру сущему. Она все шептала и шептала. Как включилась Великая Мать на защиту меня и себя. Об этом история жизни. Стоп, замри, не подходите больше ко мне. Мгновение истины все же настало. В чем несовершенны ваши тела? Спросила она. От непризнания все же себя, своих несовершенств. Ответ прозвучал тихо из зала. Вот вам доброта. Грейтесь в лучах этого света. Великая мать пришла сюда, и вы не видите этого от эго, громко говорила она. Вспыхнули люди из зала, и установилась божественная связь между всеми, сидящими в зале на сцене. Смысл жизни и ценность ее все растет и растет между нами. Жгите сердце свое огнями святейшей любви, что прислали небеса нам как подарок.